Итак, мы с вами рассмотрели библейские основания, личность основателя церкви, ее структурные элементы, модели и стратегии по организации церковных общин. И теперь переходим к теме движения по насаждению церквей в масштабе региона и целой страны. Давайте посмотрим, что влияет на продуктивность этого процесса, благодаря чему он принимает статус движения и обеспечивает быстрый численный рост общин в целевом регионе. Один из наиболее известных и популярных авторов, написавший по этой тематике немало интересных и полезных книг и статей, Дэвид Гаррисон. Результаты его исследований были представлены в 2000 году в форме буклета, который, если я не ошибаюсь, можно до сих пор скачать из сети интернет. Называется он просто «Движение по основанию церквей» и представляет собой квинтэссенцию мыслей автора. Основные выводы дополнены наглядными иллюстрациями. Через несколько лет это исследование было опубликовано целиком, более подробно и объемно, и под тем же названием «Движение по основанию церквей». Еще несколько лет спустя появилось руководство, написанное тем же автором, T4T, тренинг для тренеров, «Новая революция в ученичестве». В этой книге Дэвид Гаррисон не просто рассуждает о способах благовестия и воспроизводства церквей, но и предлагает своего рода пошаговый, понедельный план достижения поставленных целей. Это руководство снабжено видеоматериалами и также имеется в интернете, если я не ошибаюсь, в свободном доступе. Оно переведено на множество языков, не исключено, что и на русский тоже. Для мультиязычных контекстов это незаменимое практическое руководство по реализации той концепции, которую Гаррисон описывает в своем исследовании. Что ж, отрадно видеть, что застоя в этом служении нет, что церкви растут, что Царствие Божье ширится. Подозреваю, что многие из вас скажут, вот нам бы так. Конечно же, подобное движение — результат Божьего действия. Простого применения правильных принципов и методов здесь явно недостаточно. И все же способствовать развитию движения мы с вами можем. Как можем и не создавать препятствия для его развития. Вот этим и следует озаботиться. Наверное, у кого-то возникнут сомнения по поводу достоверности всего описанного. Но пусть вас это не волнует. Бог способен творить чудеса. И апологеты движения по основанию церквей предлагают в своих работах вполне применимые, вполне реализуемые принципы. К слову, на наших лекциях мы их уже неоднократно озвучивали. Тем не менее, позвольте представить вам несколько универсальных элементов. Усиленная молитва, активное благовестие, обильное сеяние семян Евангелия, целенаправленное насаждение церквей, то есть не спонтанное, авторитет Писания, основополагающая роль Библии, местное церковное руководство, не иностранцы-миссионеры, а именно местные жители, лидеры из числа прихожан, которые финансовой поддержки не получают, ячеечные или домашние церкви, большая часть общин, которые описывает автор, именно домашние общины, причем преимущественно сельские, быстрое воспроизводство и последний пункт — здоровые церкви. Иначе говоря, при таком подходе церкви насаждаются, развиваются параллельно, благодаря чему этот процесс и принимает форму движения. И общие факторы. Поклонение на языке сердца, благовестие как способ влияния на общество в целом, быстрое приобщение к церкви новообращенных, энтузиазм и смелость, готовность страдать за веру. Нередко церкви создаются в регионах, где христиане подвергаются гонениям. Цена, которую человек платит за свои христианские убеждения, порой очень высока. Признание в том, что ты христианин, иногда сопряжено с огромным риском. Следующий пункт — ощущение дефицита руководства в обществе. Далее — обучение на практике, децентрализация руководящей власти, скромная роль миссионеров-иностранцев и их нелегкий путь. Таковы некоторые универсальные элементы и общие факторы. Активных движений подобного рода ни в Европе, ни в США мы не наблюдали.
Пожалуй, определенным их подобием можно считать отличающиеся быстрым численным ростом ячеечной церкви. Но напомню, что соблюдение перечисленных Гаррисоном принципов отнюдь не гарантирует развитие движения. Тем не менее, их следует учитывать и стараться спроецировать на тот контекст, в котором вы несете или собираетесь нести свое служение. Давайте рассмотрим одну из наиболее важных характеристик движений — их приумножение или воспроизводство. Я бы сказал, что под приумножением я понимаю не столько численный рост церквей, как религиозных организаций, сколько воспроизводство общины на всех ее уровнях, если речь идет о приумножении как об отличительной черте церкви. Другими словами, это воспроизводство учеников, лидеров, ячеек и церквей. С самого начала, с появлением первых новообращенных и первых учеников, в результате благовестия и ученичества, мы нацеливаемся на воспитание лидеров. С первых дней в каждом новом последователе Христовом мы должны увидеть задатки лидера, развить их, реализовать его потенциал так, чтобы в конечном итоге этот человек сам смог воспитывать новых лидеров. Предположим, вначале я буду учить один, но со временем мои ученики сами станут духовными наставниками. Таким образом, у нас формируется ячейка, и моя задача состоит в том, чтобы вырастить лидеров новых ячеек, которые, в свою очередь, займутся воспитанием других лидеров. Вот так и осуществляется процесс самовоспроизводства. Из учеников вырастают лидеры, способные воспитать не только новых учеников, но и таких же лидеров. Происходит это в контексте ячейки, где есть лидер или руководитель и соруководитель. Со временем из ячеек образуется церковь, более крупная структура. Ячейки объединяются в церковную общину, а значит, наша задача — всячески способствовать их воспроизводству. А это требует воспитания новых лидеров, что, в свою очередь, невозможно без воспитания учеников. Вот почему обучение, воспроизводство необходимо на каждом уровне. Увеличиваться должно количество учеников, количество лидеров и количество ячеек. Только тогда можно говорить и о приумножении церквей. Некоторые общины рассуждают так: давайте сначала расти и укрепляться, а когда нас станет достаточно, подумаем об основании новой церкви. В ответ я обычно спрашиваю: а достаточно это сколько? 50, 100, 300 членов церкви? Вряд ли это правильная постановка вопроса. По-моему, уместнее поинтересоваться вот чем. Насколько крепкая у вас церковь? Насколько четким видением вы обладаете? И самое главное, идет ли у вас постоянный процесс воспроизводства на всех структурных уровнях? Если ждать, пока община вырастет до определенных размеров, чтобы отобрать, скажем, 20 человек для основания новой церкви, церковь скорее не умножится, а просто прирастет, поскольку, как я уже сказал, приумножение требует воспроизводства на всех уровнях. В некоторых церквях говорили: пока у нас не будет 200 членов, за основание дочерней церкви мы не возьмемся. Хорошо, но знаете, что произошло, когда этот порог был достигнут? Его увеличили. Сказали: все же лучше, если нас будет 300. Понимаете, церковь никогда не будет готова, у нее всегда будет дефицит и служителей, и финансов. Ей всегда будет чего-то не хватать. А вам всегда будет казаться: вот подрастем, окрепнем, и тогда... В итоге дочерние церкви так и остаются только в планах. Двигателем должно стать видение. Что предлагаю я? С появлением новообращенных, учеников и далее лидеров следует приниматься за воспитание учеников. Даже если вы пока не проводите богослужений. Есть ячейка, воспитывайте новых лидеров. Если их не будет, не будет и новых ячеек. Значит, нужны лидеры. Со временем появится церковь, но чтобы она росла, должны умножаться ячейки. Таким образом, процесс воспроизводства должен идти на всех уровнях системы.
Это необходимое требование для воспроизводства церквей, именно церквей, а не одной церкви. Репродукция должна быть заложена в ДНК. Ведь разве не так растет наш организм? Он развивается из оплодотворенной клетки, которая постепенно делится на 2, 3, 4 и так далее. Плод в утробе матери развивается, а не появляется в готовом виде. Развивается в процессе клеточного деления. Вот то же самое можно сказать и о церкви. Таков, на мой взгляд, один из важнейших принципов церковного воспроизводства. Следующий способ — подготовка миссионеров из числа прихожан или церковных служителей, совмещающих работу и служение. Об этом написано у Дэвида Гаррисона, об этом говорили и мы с вами. Основанием церквей после обучения и подготовки могут заняться те, кто в полной финансовой поддержке не нуждается. И далее, как мы уже отмечали, воспроизводимые методы служения. Иначе говоря, методы, применимые к местным условиям. Если в строительстве церковного здания все общины будут надеяться на своих зарубежных побратимов, то успех этого проекта будет зависеть исключительно от количества и финансовой состоятельности партнеров. Нам нужны воспроизводимые методы. Может быть, можно обойтись зданием попроще? Или вообще пока просто арендовать помещение? Какие бы способы вы ни придумывали, они должны быть практичны и реализуемы в ваших условиях. В противном случае вы всегда будете искать помощи на стороне. Некоторые церкви тратят больше сил на поиски благотворителей и спонсоров, чем на реализацию уже данных Богом возможностей. Я убежден, что каждую общину Бог снабдил всем необходимым для роста и развития. Просто надо уметь этот ресурс увидеть и творчески применить. Может, церкви не нужно грандиозное здание. Может, ей не нужен освобожденный пастор. Ей скорее нужно увидеть то, что уже есть, заметить то, чем Бог уже щедро ее одарил, и отыскать способы реализации этого потенциала в ответ на возникающие трудности. В связи с набирающими силу и движениями по основанию церквей нередко возникает вопрос, а насколько они здравы? Ведь с такими темпами развития зрелых лидеров воспитать крайне трудно. Смогут ли они обеспечить должное функционирование общин? Или же эти общины нежизнеспособны? Вопрос важный и правомерный. И наше исследование показало, что для жизнеспособности в долгосрочной перспективе, а стремительные темпы роста будут наблюдаться не всегда, итак, для поддержания жизнестойкости движения необходимо в первую очередь воспитывать лидеров. Это одно из важнейших условий. И здесь опять-таки требуется творчески подойти к надлежащей подготовке лидеров, их обучению, дабы они не пали жертвами лжеучений или собственных личностных проблем. Итак, необходима тщательная подготовка лидеров. И в этом вопросе на помощь приходят всевозможные выездные курсы и дистанционное образование. Обучение в богословском заведении с отрывом от работы, служения, семьи может позволить себе далеко не каждый. Вот почему следует знать и использовать разные возможности для получения качественного богословского образования и тем самым обеспечивать движением подготовленный лидерский состав. Один из наших докторантов изучал работу Ричарда Хиберта, который трудился в одной из стран Восточной Европы, где наблюдался значительный численный рост среди мусульман. При этом церковь быстро выросла, если я не ошибаюсь, до 10 тысяч человек. Небывалое развитие и весьма вдохновляющее. Спустя 10 лет численность общин сократилась вдвое. Что же произошло? Сначала резкий количественный скачок, а спустя какое-то время серьезные количественные потери. Причина этого исследования, собственно, и было призвано вскрыть. Чем было вызвано такое резкое сокращение численности христианских общин? Выяснилось, что из-за железного занавеса кто-то эмигрировал на Запад и обосновался там. Надо сказать, что в опросе участвовали те, кто по-настоящему родил о церкви. Почему ушли они?
Любопытно, что из всех этих людей только один вернулся в ислам. Остальные остались христианами, но к церкви не приобщились. Причины назывались самые разные. Однако одна из них звучала наиболее часто — плохое руководство. Конфликтное, неукорененное в здравом учении, демонстрирующие безнравственное поведение, злоупотребляющие властью, не обеспечивающие надлежащее пасторское попечение. В результате люди пришли, а авторитетного руководства не увидели. В конечном итоге, в долгосрочной перспективе, сила движения будет прямо пропорциональна духовной силе его лидеров, его вдохновителей. Что говорил Иисус? «Если слепой ведет слепого, то что?» Оба упадут в яму. Поэтому можно неподдельно радоваться взрыву евангелизма и буму роста церквей, но при этом усердно работать над инфраструктурой и укреплением движения, особенно в части его руководства. О том, как выглядит здравое движение, мы с вами в ходе последующих встреч еще поговорим. ТВ-семинаре — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. А пока позвольте несколько вопросов практического характера. Подумайте, как бы вы ответили на них применительно к себе и своему служению. Во-первых, наблюдается ли воспроизводство на всех уровнях учеников, лидеров, ячеек и церквей в вашем служении и в какой степени? Надо ли что-либо изменить и как это можно сделать? Что можно предпринять, чтобы обеспечить такое воспроизводство? Возможно, ради сохранения служения все связанные с ним обязанности лежат на пасторе. За все отвечает он. Но если не научиться делегировать обязанности, если продолжает держать бразды правления в своих руках, то ни о каком воспроизводстве говорить не придется. Как в вашей общине можно взрастить основателей церкви из числа служителей, частично занятых на светской работе, и простых прихожан? Как из обычных верующих, не обладающих специальными богословскими знаниями и не имеющими специальной подготовки в том или ином виде служения, воспитать участников новых проектов? И, наконец, насколько воспроизводимы используемые вами методы служения? Как их следует изменить, чтобы они служили цели внутриструктурного воспроизводства церкви? Это мои вопросы. Если вопросы, касающиеся пройденного материала, есть у вас, с удовольствием на них отвечу. Мы обсуждали различные стратегии, движения и всевозможные меры с нашей стороны. Однако существенную роль во всем этом вы отвели Святому Духу, Его действию. Скажите, а есть ли какие-то принципы, позволяющие нам распознать это действие? В начале 90-х годов в России наблюдалось активное движение по основанию церквей, и тогда в центральной части страны появилось немало новых общин. Сейчас это движение постепенно угасает. Что же нам делать? Ну, будь мы способны предугадывать действия Святого Духа, мы, пожалуй, были бы умнее Христа. Помните, что Иисус сказал Никодиму: «Дух как ветер, веет где хочет». Как Бог будет действовать, предугадать невозможно. Это тайна. Нам же надлежит молиться. И в первую очередь о том, чтобы самим не угашать Святого Духа своей греховностью, гордостью, желанием достичь цели любой ценой. Важно признавать и исповедовать свою зависимость от Бога. Мне кажется, что служители, образованные и располагающие достаточными ресурсами, нередко обольщаются насчет себя, полагая, что стоит им хорошенько потрудиться, и все получится. Тогда как уповать следует прежде всего на Бога. И все же Божье действие подсчетам не поддается. Оно проявляется в нужное время, независимо от наших планов. Полагаю, что главную роль здесь всегда будет играть Слово Божие.
Достаточно посмотреть на описание в Новом Завете жизни и развития Церкви Христовой в книге Деяний. Предлагаю вспомнить некоторые стихи. Деяния 9.31. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Деяния 11. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратились к Господу». Деяния 12. 24. «Слово же Божие росло и распространялось». Деяния 13. 49. «И слово Господне распространялось по всей стране». Деяния 19. 10. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Книга Деяний довольно наглядно демонстрирует взаимосвязь между Божьим делом и Словом. Проповедь Слова Божьего в силе Духа никогда не остается тщетной. Тем не менее, нашим усилиям не всегда гарантированы отличные результаты. Подтверждением тому служит проповедь Павла в Афинах. Вот почему наша верность делу проповеди, делу наставничества должна всегда сочетаться с упованием на Бога. Делаем, что можем, и молимся о пробуждении. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.